Ты молод, активен, энергичен? Ты хочешь быть в курсе всех игровых новинок? Подписывайся на Мономас, у нас уже более 2000. Ну, какая-никакая анимация у этих есть додиков. Он не стоит, как истукан, он что-то башкой там. Плюс есть комплекция, что неплохо. То есть, видимо, он у него небольшой пузон есть. О, еба, какая бицуха у чуваков. Во, вот это еба, бицуха. Редкий случай, на самом деле, чтобы когда... О, смотрите, этот такой дрищеватого типа, а эти, короче, с бицухой. Я вам что хочу сказать, это не часто в играх, когда есть люди с разной комплекцией. Более того, вы попробуйте даже вспомнить, что когда вот есть такие... Я понимаю, к примеру, в Готике, да, там есть орк здоровый, может быть, и человек средний. Но когда есть люди разных комплекций, то дрищ, эти вот качки два, а этот, короче, с пузиком такой, это внушает уважение, как бы я вам сразу хочу сказать. Шатер тоже классно выглядит, то есть смотрите, он на ветру, он видите, как его разбухает вообще, блин, реал. А текстурка у него вообще, гляньте, очень некислая текстурка, очень качественно, ткань прям такая, прям. Рулис это вот. Ни в одной консольщине не будет. Как мне сказали, это эксклюзив для ПК. И это не может не радовать. Более того, сейчас вы попробуйте вспомнить хоть один из последних эксклюзивов для ПК. Кризис 2 скатился, знаете, в чё. А радует, что началось не в каком-то ущелье долбанном, как там этот Dragon Age 2 вроде начинается, а в таком, в каком-то лагерьке. А, надеюсь, здесь не будет одинаковых рож. Ну, может и будут, кто знает. Как в Готике, помните, да, там все жаловались. И, в принципе, это действительно, это объективно. То, что рожи там вообще до ужаса одни и те же, как бы. Ну, там, как обычно, обучение какое-то. Это все время... Они так всю игру, тут 5 лет пройдет, они так и будут тут это мечами махать. Радует, что есть лужи. То есть лужи на такой каменистой, что ли, поверхности. Нечастое решение на самом деле. Одно дело, когда... Ух, какие камушки, а! Бамп-мэппинг плюс качественная текстура... Так вот, одно дело, когда это какое-нибудь болото, а другое дело, когда вот так вот, казалось бы, пустыни и лужица. Определенное разнообразие вносит. Правда, когда он идет, или это не лужа, я не могу понять. Он когда идет, нету брызг никаких. В то же время она в ней, по-моему, есть отражение. Не, ну шатер это оригинально. Попробуйте вспомнить игру с шатрами. В Готике есть, во всяком случае, во второй там были, но они были другого рода, и они, естественно, не так круто выглядели. Там он вдалеке видим какие-то постройки, они вон еще пока что плохо видны. Блин, слушайте, первая локация мне нравится, реально. Давайте сравним, с чем сравним последние игры. Dragon Age 2 брать не буду, это настолько консольная подделка. О, тетя, раздевайся давай, показывай сиськи. Настолько подделка, что там вообще сравнивать не с чем. Two Worlds я, к сожалению, 2 маловато поиграл, хотя мне понравилось то, что я там видел. Здесь, правда, больше начальный нравится. Эх, да смотрите, а там вдалеке этих шатров вообще до бесконечности. Two Worlds 2 в начале мне все-таки, пожалуй, именно начальная как бы локация меньше понравилась. Плюс я там на одном задании что-то завалился, не знал, куда бежать. Правда, это у меня еще была английская версия, и мне это жутко взбесило на самом деле. Я причем много чего перепробовал, так не понял, что делать. Бочки неплохо так выглядят. Так, вот я спустился вниз. Тут вот они уже другие шатры. Прикольно вообще, слушайте, очень оригинально. О, силач. И он с пузом тоже. Я не знаю, у него, кстати, может, рожи одинаковые на самом деле. Что-то так он мне того, в принципе, напомнил. Тут просто особо не приблизишь. А в Готике-то там делали, что как бы...
рожи приближались во время диалога, и было четко видно. Тут, может, конечно, тоже можно во время диалога, это я потом проверю. Сейчас я пока что осмотр делаю. Вот этот частокол очень качественно сделан. Лучше, может, только в Готике 4 примерно. А может и не лучше. Ну, качественно реально, ага. Тут какие-то сооружения, короче. Ага, этого, бля, вот это масштабно, ёпта. Ебасая катапульта. Но он прыгать не может. Сейчас узнаем, есть ли вообще в настройках прыганье. Короче, здесь вообще нет никаких настроек, не только видео, но и... Блин, слушайте, неужели тут нельзя прыгать, господа? Я ведь это запишу в явный минус игры. Так, это я Alt нажал, и что случилось? Блин, масштаб, а сука, вот это масштаб, я вам скажу. Штурм, катапульты, всякие шатры. Забыл я еще, какие из РПГ были, кроме Dragon Age 2 за последнее время, потому что там все было такое говно, что даже не на что было обратить внимание. Ну вы вот сравните вот это с Portal 2, а вообще, ну ни в какое сравнение не идет. Игра как кино практически. И вот повторюсь, за счет очень приличной графики, очень приличной, не впадлу на это смотреть. Я почему, вы скажете, ну там Dragon Age 2, там может они тоже базарят туда-сюда, но там как бы это все позорно выглядит, там не на что просто смотреть, понимаете? Единственное, что... Ух ты, вообще у него с рожей, а? Прикольно. Ха-ха. Единственное, что текстурирование рожи у них не очень. И у Ведьмака вот волосы не очень. Вот это вот мне не очень как бы нравится. А количество деталей на одежде вот этого короля просто воодушевляет, я вам скажу. То есть все сделано полигонами и так далее. Вон сколько у него всяких цепочек там, хипочек, всяких хери. То есть очень высокодетализировано. Ну и у этого хрена вот его латы тоже какие-то там из накладок каких-то. А у этих вот это вот на шее, вот этот хуетень, я не знаю, как она, жабо, не жабо называется. Она тоже, в общем-то, довольно-таки круглая, по-моему. Ты ёкала мэнэ, опять базар. Вот у него на шее вот эта вот херотень. Во времена Quake 3, там, наверное, во всей сцене полигонов было меньше, чем у этого в жабо. Очень некисло оптимизированная игра. А без фрапса, когда были сцены на открытом мире, где-то 25 выдавало, потом в эндуре где-то 16, но это нормально, как бы не особо тормозно было. А вот сейчас, когда в таком эндуре вообще 50 FPS выдает, то есть как бы чисто, если сложная картинка, то тормозит, а если простая, то не тормозит. А как мы знаем, всякие консольки любят там хоть самое говно графика, а он тебе все равно 20 FPS выдает и все. Тут же очень динамически, это очень-очень здорово. Судя по всему, игра идет, ну я точно еще не знаю, в режиме... Один чувак другому рассказывает историю, то есть он там рассказывает, а это типа ты тут действуешь, ну как бы в рассказе. Но это относительно известный прием, как мы знаем.
кино многие построены на таком приеме, да и игры, по-моему, есть. Ну, а может, он там потом еще убежит, хер его знает. В общем, короче, меня сейчас убили. Я понял, что боевка здесь очень некислая, он там всякие прыжки какие-то делал еще, то есть он не банально рубил как бы с плеча и все. Плюс также, похоже, закликать не получится, потому что я как раз и пытался закликать противников, получалось как бы полная херня. Ну, это, в общем-то, на самом деле отлично, что так. Вот.